Добро пожаловать, мои хорошие, на игровой канал. Меня все так же зовут Алексей. Сегодня у нас демо-версия олд-скульного шутера под названием Селака, похоже. Дело в том, что данный проект еще пока не вышел, и уже немного можно поклацать, побегать. Данная демо-версия в Steam бесплатна, поэтому если вас по видео она заинтересует, также можете скачать, побегать. Первое, что бросается в глаза, что нету локализации, но опять же ее в принципе на другие языки нету, поэтому, как говорится, майма шо майма. Но опять же, это шут, поэтому, надеюсь, все будет интуитивно понятно. Ребят, я не считаю себя поклонником старых, там, не знаю, консолей типа Dendy, Sega, но музыка здесь обалденная. В общем, в духе традиции, так иначе давайте немного побегаем. Также еще хочу сказать, что здесь очень много разных настроек, поэтому я немного покопался. И настройки графики, и геймплея, чего только нету. Но так иначе, это вам, похоже, не особо интересно. Давайте пощупаем геймплей и уже начинаем. Я просто хочу немного помолчать, послушайте буквально пару секунд данную музыку, даже которая уже в меню и, как я уже сказал, очень классно. Ну что, мои хорошие, музыкальная пауза закончилась, и наша героиня похожа на заднем фоне, и она напоминает мне ту же самую Сару Керриган. Давайте уже побегаем. Получается, есть режим кампании и можно выбрать уровень сложности. Давайте самый, ну не самый простой, но в общем простой, за запредельную сложность не будем ставить, иначе будет анал карнавал. Можно, похоже, выбрать дополнительную сложность. Давайте самое простое и уже поехали. О, неужели? Первый уровень, здорово, пролог. А мы с вами бегаем, похоже, по космическому кораблю и снаружи лучше... В общем, не высовываться. Давайте немного пробежимся, можно щупать разные объекты, можно даже... Оу, да будет свет. Обалдеть. Ага, ни оружия пока, ни хера. Мишка, плюшевый мишка. Но уже творится полнейшая вакханалия. Вот, и... Не знаю, будем надеяться, что это не Dead Space, поэтому... смотри, оказывается, питание восполняет здоровье и не может не радовать. Хорошо, давайте уже выбираться наружу. Обалдеть. Да уж, творится полнейшая вакханалия. Оружия, опять же, при этом нету. Очень атмосферно. И хотелось бы, опять же, раздобыть оружие побыстрее. Немного, скажем так, все трясется. Вот, нам показывают, что на корабле происходят какие-то неприятные события, но при этом здоровье не отнимает. Уже хорошо. Давайте разберемся с управлением. Значит, получается, можно бегать, прыгать и... больше ничего, похоже. Хорошо. Давай, моя хорошая. Бежи! Бам-бам-бам, против зданий. Обалдеть. Фу. Нихера себе, братан, пригорело. Опять же, дайте мне оружие. А то он нападет, как это, ксеноморфы из того же Dead Space, и ничего сделать мы не сможем. О! О! Куда бежать? А, хер его знает. Давайте выбираться наружу и... Ты не пройдешь. Опять же, у нас есть карта, и можно, похоже, воспользоваться для того, чтобы было понимание. Значит, давайте возвращаемся, и нужно пройти дальше. Во, на шара, 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 шара. Бижу, 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 моя хорошая. Фух, давай. Хорош, акизданайт. Нужно, похоже, открыть какую-то панель, и тогда сможем пройти дальше. Парни, есть кто живой? Обалдеть. Души не ведаю, похоже, можно вырубать, опять же, свет и так иначе. Не знаю, давайте, ребята, пробежимся по разным компьютерам. Нужно открыть проход и, опять же, тогда можно будет сваливать. Давай, моя хорошая. А хер его знает, просто щелкаю все подряд и... оружие, где мое оружие? Да уж, обалденный шутер, не могу ничего сказать и... О, в Дотан, похоже, побегать, поклацать мы не можем. И ты не пройдешь. Да уж, только начало, я уже не знаю, куда бежать. Но так иначе, нужно двигаться дальше. Опять же, нужно понять, как... Ну, по идее, нужно сюда, да? Но у нас и нету доступа, и нужно с этим что-то делать. Кстати, можно, похоже, использовать разные ограждения, укрепления и прятаться от противника. Парни, нормально общались? Не поваляешь, не поешь. Оказывается, можно пройти разными огородами. Да уж, а я уже и бегаю, и так, и сяк. В общем, пройти дальше не можем, но уже... Давай. О, неужели? Оу.
Обалдеть. А так иначе, продвигаемся дальше по комплексу. Хотелось бы раздобыть наше оружие как можно быстрее. Иначе, если противник покажется, тогда... Вася... О, Вася, давай, до свидания. Обалдеть. Опять же, у нас ни оружия, ни хера. Можем восполнять наше здоровье, кушать разные питания. Но так иначе, давайте бежать дальше на шару и не попадаться. Опять же, бам-бам-бам-бам-бам. Раздают. Обалдеть. Парни! Сюда похоже. А, неужели, неужели? А, солдаты пытаются нас пожамкать, но так иначе Генаша не пропадала. Ребят, местами темно, я пытаюсь нажать фонарик, но это меня, похоже, не особо спасает. А, во, налево, направо, подожди, показывай. О, неужели? Давай, моя хорошая. Фу, а, на... Я местами даже не понимаю, какую херню делаю, но так иначе нужно продвигаться дальше, раздобыть наше оружие, тогда уже можно будет разговаривать с противником и, в общем, давать ему по щам. О, о, обалденные виды. Да уж, на наше солнце не особо похоже, но, похоже, мы с вами... О, раздобываем новое оружие. Обалдеть, ну как новое, единственное наше оружие. Вот, можно подбирать разные припасы, боезапасы. Парни. Здрасте. Па-па-па-па-па-па. Батя в здании. Продолжаем раздавать. У нас есть уже оружие, поэтому можем себе это позволить. Вау, обалдеть. Противник разлетается на какой-то кисель. Возможно, есть в настройках такая херня, которая заменяет кровь. Но, опять же, настроек очень много, поэтому я даже не боюсь, точнее, не пытаюсь изменить, да, скажем так, поставить кровь, потому что настроек очень много, локализации нету, поэтому... Так иначе, давайте, ребята, бежать дальше. У нас есть уже оружие, пополняем наши припасы, боезапасы, также есть здоровье, и парни не очень рады нашей боевой девчуле. Па-па-па-па-па-па-па. Давайте, парни, продолжаем. Ча-ча-ча-ча-ча. Хорош. Уже... Давай. Вася, давай, до свидания. На, с противника, кстати, не падают те же самые припасы. Вот, поэтому ничего поделать мы не можем. Бежим дальше. Налево, направо. Давайте так и быть. Сбегаем до противника и... Ой, ёшь. Да уж. Немного пробежимся. Нужно подбирать здоровье. Нужно под него подбирать больше боезапаса и... Обалдеть, бегают, прыгают. Парни. Та-та-та-та-та-та-та, продолжаем раздавать. Обалдеть. Мы с вами зарабатываем какие-то ачивки, похоже. О, братан, здорово. Вот, и так иначе можем даже раздавать в ближнем бою. Но в ближний бой, похоже, лучше не соваться, иначе могут спокойно напинать по жопе нашей девчули, и не хотелось бы, да? Ага, бежу. А, кстати, ребята, я много треню, но на заднем фоне, опять же, играет обалденный музон. Вот, поэтому, если я помолчу когда-нибудь, да, тогда можно будет послушать и насладиться. Так иначе, мы уже здесь оббегали, поэтому давайте там есть налево-направо. Вот, сбегаем, и, возможно, попадется какая-то херня полезная. Где мой дотан? Ой. Это что за херня? Так иначе, давайте не заморачиваться, а бежать дальше. Опять же, у нас есть карта и... сюда похоже. А хер его знает. Карта не очень информативна, поэтому... Я уже заблудился, серьезно. Шаг влево, шаг вправо, я уже начинаю блуждать. Но так иначе, по здоровью все хорошо, по боезапасам, припасам тоже все отлично. Поэтому давайте не заморачиваться и бежать дальше по заданию. Но опять же, знал бы я куда бежать, поэтому было бы все хорошо. Оу, проходы, переходы. Раздобыли с вами ключ-карту и уже можем пройти дальше. Нужно, похоже, возвращаться, тогда сможем пройти. Там был карта доступа нужна, да? Но у вас уже есть, поэтому можем себе позволить. А что это за херня? Печь какая-то. Да уж. Давайте возвращаться, ребята, и... Ой, куда бежу, чего бежу, ничего не пойму. Давайте пробежимся, опять же. Ага, ты не пройдешь. Давай, братан. Хорош. Не знаю, нужно, похоже, серьезно возвращаться, и тогда сможем открыть проход-переход. О, братан, здорово. Да уж. Парни, все хорошо. Я до конца не понимаю сюжет. Противник пытается нас постоянно пожамкать, но так иначе, где наша не пропадала? Бежу. Давай, мой хороший. Ноти, я по щам. Да уж, в ближнем бою она раздает очень хорошо, но, опять же, здоровье не бесконечно, поэтому нихера не бомбануло. Давайте поедим разное питание, восполним наше здоровье. Опять же, уже меньше половины, поэтому не очень приятная тема. О, Мишка, плюшевый Мишка. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та.
Фу, бежим дальше. Парни, давай. Куда бежим? А хер его знает. Нормально общались. Даже не знаю. Давайте опять же бегать и пытаться понять, куда бежать дальше и... можем, похоже, пройти. Обалдеть. Подбираем больше здоровья. Секретное место. Не может не радовать. И... давай. Да уж, больше, похоже, ничего хорошего. Но так иначе, давайте выбираться наружу. И... я пока не понимаю. Нужно, похоже, добраться до этого места. Тогда у нас есть ключ-карта. Вот. И... А где наш персонаж? А, смотри, может даже бегать по карте. Нихера себе, вот это поворот. Но, опять же, так лучше, похоже, не делать, иначе противник может на шару пожамкать. Но вообще, идея забавная, да? Можно бегать по карте. Давайте пробежимся, опять же, у нас есть уже ключ-карта. Вот, давай, моя хорошая. На шару, по карте. Да уж, что может пойти не так? Давай. Во, почти, по-по-по-по. Хорош. Фу, так иначе, у нас открывается новый проход, и противник уже пытается нас... И хера себе, он жамкнул. Но опять же, было половина здоровья, поэтому давайте по новой и пытаемся его пожамкать. Наше видео продолжается, и сохраняли нас, похоже, очень далеко. У меня нету оружия. Блять, серьезно? С самого начала? Парни, нормально общались. О, хера. Обалдеть. Не знаю, давайте пробегать дальше, у нас нету оружия. Обалдеть. Сука. Давайте посмотрим. Можем, оказывается, сохраняться, но сохраняли очень давно, поэтому не очень приятная тема. Не знаю, давайте опять же бегать и убивать противника и подбираем наше оружие. Обалдеть. Что может пойти не так? Давайте, ребята, небольшая пауза, и я продолжу, где мы с вами закончили. Давайте, мои хорошие, давай. Ой, батя в здании. Обалдеть. Давай, до свидания. Видео продолжается, он, похоже, херачит с какого-то гранатомета, потому что меня сносит просто на раз-два. Вот, можно было просто на шару пробежать вперед, и тогда было бы все хорошо, но кто же знал. Так иначе, давайте бежать дальше, убивать противника и не заморачиваться. Опять же, в будущем я читал там в обновлениях, будут также улучшения нашего оружия, а также способности нашей главной героини. Но опять же, это демо-версия, не более того. И нужно подождать, когда уже выйдет полноценная версия. Вот. Ну а мы продолжаем лазить по канализациям. У нас появляется даже фонарик. Просто я его раньше юзал, и он не работал. Похоже только на оружие, не более того. Братан, здорово! На шару. На тебе. Но опять же, в ближний бой лучше не лезть, иначе могут пожамкать просто на раз-два. Продолжаем бегать, продолжаем подбирать разные полезные вещи в виде здоровья, припасов, боезапасов, потому что с противника ни хера не падает. Не очень приятная тема, но, как говорится, маемо-шумаемо. Почти половина здоровья, поэтому давайте пробежимся. О, больше питания, больше того этого, и бежим на шару дальше. Воу, хорош. Противник. Вася. Да уж, похоже, уже никого не остается, поэтому... слышь, мы, получается, возвращаемся назад и можем пройти дальше. Но, опять же, я могу ошибаться, по-моему, уже бегали, да, бегали. Бегали, прыгали. Но, опять же, давайте, ребята, возвращаться и надеяться на лучшее. Противника пока вроде не вижу, и уже хорошо. Мать, ты куда забежала-то? Да уж, локация очень большая, поэтому местами даже не понимаю, куда, чего, почему. Давайте, опять же, возвращаться, нужно пойти налево, направо, вот, и... Во, давай налево. Опять же, я могу ошибаться, и потом уже опять придется... Во, давай, вижу, на шару. Во, но опять же, мы бегали уже, поэтому... Во, и нужно пойти направо. А, во, неужели, не поваляешь, не поешь. У нас есть карта доступа, можно побегать и немного в Дотан, не более того. И... чего? О, разные обалденные истории, похоже. Ага, показывай. Так иначе, мы можем зайти в нашего персонажа, вот, и... Подожди, там было какое-то описание, похоже. Можем зайти в нашего персонажа, потому что нужно ввести код доступа, и... Я нажимаю на разные клавиши. А, во, не поваляешь, не поешь. Мы подобрали с вами досье и код доступа 1432. Хорошо. Давайте сразу двигаться дальше и... О, я знаю пароль, я вижу аренды, парни, здорово. Ага, похоже на раздевалку, можно пощелкать шкафчики, но ничего полезного мы с вами там не подбираем. Так иначе, давайте бежать дальше, не заморачиваться, выйти, похоже, не можем, а стекло тоже поломать, похоже, не можем, да уж. Давай больше здоровья, больше того этого, и замуровали демоны.
Ага, ты не пройдешь. Вау, обалдеть. Новое оружие не может не радовать. И немного странно, у нас уже был автомат, а теперь дали пистолет. Наверное, эта тема получше, поэтому давайте затестим в бою. И пока я даже не понимаю, куда бежать, потому что... Ты не пройдешь. Нужно найти похуже какой-то проход, которого я не замечаю, но где-то мы... Истина где-то рядом, похоже, да? Ага. Опять же, это мы возвращаемся назад, не более того. А, слышно, вон что, Михалыч. Вот, и у нас появляется новая способность, которая позволяет делать подкат. Подожди, давай, мой хороший. Обалдеть. Может, похоже, так через всю локацию пролететь и финита ля комедия. Так иначе, давайте, ребята, затестим наше новое оружие. Вот, дождемся противника и пока вроде все хорошо. Больше брони, больше припасов, боезапасов не может... Я уже заговариваюсь. Парни, давай иди. Боятся, похоже, нашего персонажа, поэтому... Давай, нихера себе у него демедж, обалдеть. Но опять же, боезапаса не так уж и много, поэтому не очень приятная тема. Давай, нужно попадать, разумеется, не мазать, иначе будет... Хера там по мне херачат. Братан, сука, у него там гранатомет, похоже, ей-богу. Так иначе, оружие обалденное, но опять же, боезапас оставляет желать лучшего. Можно даже с кулаков бегать, раздавать, давайте затестим. И, братан, иди сюда, раз на раз, давай. Уже никого нету. Подожди, там херачит, похоже, кто. Боятся нашего персонажа. Пам-пам-пам-пам, батя в здании. А вот и наша главная героиня. Давайте достанем оружие и продолжаем бегать, жамкать противника. Да уж, локация очень большая, поэтому придется немного побегать. Но опять же, припасы, боезапасы, здоровье пополняем, да? И уже будет тогда все хорошо. Давайте, мои хорошие, запаузим видео. Я испытал очень много положительных эмоций, очень сильно похоже на Doom на максималках, но так иначе решать в любом случае вам. Это бесплатная демоверсия, можете также скачать ее в Steam, побегать, пощупать, так скажем. Но мне и музыка, и атмосфера очень сильно понравилась, а также геймплей. Так иначе, в любом случае решать и вам. Если видео понравилось, ставьте большой палец вверх, а также подписывайтесь на канал. Есть группа ВКонтакте. Всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока.